Staro. Да. И снова. Снова здравствуйте. Что ж, продолжим прохождение Black Mesa. Вспомнить бы, что тут было у нас в конце предыдущего стрима. Ага, если я не ошибаюсь, нас пытались убить путем сбрасывания вагонетки в ту. Да. Можно было, кстати, на самом деле на вагонетке ехать и улететь вниз, а потом выбираться. Но мы, подумав предварительно, слезли с нее, при этом убив вояк. Ага, отлично. Что, патроны у меня максимально, что ли, количество? Походу. Так, куда-то мы выплыли. А, если я не ошибаюсь. Я знаю, где мы выплыли. Ну, то, наверное, можно было спрыгнуть на самом деле, постараться. Да, помню. Хорошо. Так, тут проход заваленный. И куда нам? Странно. А, все, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Нам нужно вот так вот сделать и приподнять платформу. Точно. Где-то еще были эти красные штуки. Коробки не канает. Все, на самом деле можно попробовать.
Не, не получится, она сломалась. Так, еще одна. Вроде бы должно хватить. Да. Все посчитано. Кого мы тут кушали? Нельзя кушать. Это относительно живой был. Солдафончики. Ну, конечно же. Так, а сейчас мы оказались с другой стороны, да? Хорошо. Сейчас мы вроде как повстречаем рыбку, нет? Нет. Странно. Так, и вижу. Ясно. Что-то я не понял. Так, отлично, это что такое? Хорошо. Так, ничего хорошего. Почему я не беру патроны на... как он назывался-то? На арбалет.
Очень странно, что тут нету никаких. Ляха-муха, как коврик. Улетел. Ну ё-моё. Всё было просто. Доктор. Носите защитные наушники. У меня начал коврик почему-то уезжать из-под мухи. Непонятно. Так, и тут мы понимаем, что в воду лучше не суваться. Если я не ошибаюсь, арбалет вот здесь вот он как раз находится. Понятно. Понял, принял. Четыре патрона необходимо. Опять у меня камера стоит так, что я не вижу, сколько у меня патронов. Ладно, буду смотреть на стриме. Ты это видел? Ага. Они утверждают, что поймали его в бездне Челленджера. Но я уверен, что эта тварь неделю назад еще не плавала в земных водах. В акулей клетке арбалет с транквилизатором. Но я не уверен, что он подействует конкретно на этот вид. Я настаиваю, чтобы ты использовал арбалет. Может, наоборот? Будь осторожен. С момента прибытия этому существу очень понравилось сырое мясо. Из этого арбалета можно стрелять под водой. Уверен, ты сочтешь его полезнее своей монтировки. Не поверю ни на секунду, что эта тварь с нашей земли. Если бы я точно не знал, то сказал бы, что оно оттуда же, откуда и остальные мерзости природы. Окей. Ну тут все понятно, в принципе. Запрыгни. В акулью клетку. Осторожно, Фримен! Осторожно! Этого следовало ждать. А, он все отъехал. Не думал, что так быстро будет.
Так, а вот теперь можно будет, кстати, сходить за патрончиками, которые у меня были где-то... где-то там. Вот здесь вот, да? Да, раз. Два, три не получится. Ладно, ладно, ладно. Хорошая, короче, пушка. Единственное, печально, что для баланса для нее сделали всего 15 патронов. 15 стрел. Да, это не патроны, а стрелы. Так, и нам вообще на самом деле в двоечку, если я не ошибаюсь. О, на минуту мне показалось, что тебе конец. Да нет. Теперь, когда с тварью покончено, можешь идти дальше. Спасибо. А куда дальше? Угу. Поймал же, а? Что именно? Когда пройдешь затопленную часть комплекса, практически ты упрешься в двери лаборатории Лямбда. Хорошо, понял, принял. Тут все открыто. Так, а это как раз... Да? Ага. Хорошо. Хорошо. Очень быстро прошли этот этап. Блин, так мы, наверное, сегодня доберемся до Лямбды. За сегодняшний стрим-то. Получается, что так. Руки-то длинные, а? У Гордона, да? Так, это печально. А ноль дамага. Неплохо.
Кстати, тут тоже вроде должна плавать рыбка. Если я ничего не ошибаюсь. Ни в чем не ошибаюсь. Что, не пролезем? Пролезем. Так, надо всплывать. Еще одна. Неважно. Инжимен. Кто ж он такой? Может быть, в новом Half-Life Alyx нам пояснят. Ага, помню. Да не помню все место. Так. Это я помню. Главное не умереть, в общем, потому что они... Это... Чё я с первого раза это не сделал, а? Пополз, блин. Ну ты что, издеваешься? Игра, бляха, муха. Что ж такое? Есть. Ладно, не пойдем уже.
Пипец. Ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Там варигон, да? Нормально. Здрасте. Откройте. Гордон Фримен. Ну ты да. Ли это? Да. Команда ученых следил за тобой с помощью системы безопасности Черной Мезы. К сожалению, военные тоже. Mm-hmm. В твоем костюме полно отслеживающих устройств. Но все лучше, чем разгуливать в этом месте голышом. Там холодно, так что вам стоит поторопиться. На холоде ваш костюм потеряет заряд в считанные секунды. Если ты все-таки решил добраться до Лямды, то придерживайся старой промышленной зоны, где охранная система полна дыр. У меня получалось пока что. Хорошо, ну а пойди через холодильник. Задай им жару, Фримен. За всех нас. Меткач. Бог наградил меня меткостью. Загрузка. Давно солдат не было, а? Видно. Хорошо. Наверх. Фримен, верно? Ну да. У меня для тебя сообщение. И ни в коем случае нет.
Так, а вот и элитные спецподразделения. Чё, кого? И вроде бы вот лучше тут орудовать вот им. Не люблю этих ниндзя-наемников. Так, это не уже кто-то другая стреляет, что ли? Свидание. Пять выстрелов, да? Так, я пока никого не вижу больше. Странно. Ты стратегически сделал отход себе. Киса, 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 киса. Неужели я всех убил? На удивление. Блин, здесь специально такой этот. Так. Специальный подъемчик, чтобы не перепрыгнуть, да, я так понимаю. В принципе, сделать вот так вот.
Чё ж ты не прыгнул, а? Гордон. Да ладно. Я удивлен. Очень тихо все. Это было очень сильно легко, их уменьшили, как будто. Я не знаю, почему-то я не любился никогда это место. А тут так быстро относительно мы с ними разобрались. Понятно. Хорошее попадание. Кто же такой этот хрен? Это было легко. Я и забыл про это место на самом деле. И куда мы тащим этого Фримена? Наверх, на допрос. На кой черт? На допрос. Давай убьем его. А что, если они опознают тело? Какое тело? Темную мне устроили. Солдафончики. Так, ну теперь точно у нас пол игры пройдено. Автоматическая медицинская система включена. Введен морфий. В общем, тут собрались меня немножечко раздавить. Но они почему-то не учли наличие вот этих вот лестниц. Да, и тут у нас есть монтировочка. Солдафонов, по всей видимости, зомбак убил. Замечательно. Вот ходы. Мы опять без оружия. Ничего у нас нету. Непробиваемая банка. Есть.
поплыл. Так. Что мы тут имеем? Окей. Там, кстати, вроде можно сейчас вояку спастись, если я не ошибаюсь. Да, вот это вот. Или уже спасти. Так, тут ничего нету, да? Ладно. Пойдем. А, его вроде там доедает, да? Его вроде бы доели. Ну, как раз переваривает на данный момент. Тухнет. Молодец. Оп. Другое дело. Патронов у нас очень мало. Кстати, даст нам возможность, если я не ошибаюсь, залезть на эту штуку, да? А зачем? Ага, наверх, чтобы. Что у нас тут? Так, ясно, тут ничего. Ничего экстравагантного. Так. Тебя возьмем. Потому что чую, он уже выпустил свою тентаклю. Думал, что хватило, не хватило, оказалось. Ну, допустим. Энергия 70%. Да-да, надо добраться будет.
до противоположной стороны. При этом не окунуться в жижу. Постараться. Так, я ничего не вижу, так что, в принципе, наверное, можно лезть наверх. Да, с моими прыжками это будет не очень просто. А тут можно было на трубу залезть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне кажется, это плохая идея, надо вот так вот делать. Это тоже была плохая идея. До конца не доезжаем. Да ёб тебя, как... Блин. Вот с этим ускорением, конечно, перемудрили, мне кажется. Я не помню, чтобы оно в оригинале было. В оригинале, кстати, вроде не было ускорения этого. Окей, давайте засеемся. Бляха-муха, ну вот рили, да? А, ладно. Непонятно, что меня, конечно, там убило, потому что... Как по мне, там можно было спокойно и двигаться. Здрасте. Так, я вижу, что он кто-то кушает. Не кушай. А мы туда не заберемся никак, да? А ладно, мы здесь сохранили, да? Я нечаянно не ту нажал. Не... Надо было F6, я F7 нажал. О! Кайф. Закрыто. Ладно, придется прыгать. Не допрыгнул. Ну, можно и так, наверное, было. Можно было и так. Так, интересно, мне... Отлично. Ага. А я и забыл совсем про этот этап. Угу.
Действительно, плохо я помню игру. Давно не проходил, под лайф. Как же я мог забыть этот этап? Так, если не ошибаюсь, двери закрыты все. И нам придется через эту жидкость плыть. Хорошо. Так, дальше-то куда? Дальше-дальше, что ли? Быстренько. Странно тут момент с огоньками. Не знаю, что они поджигают. Опа-на, там винт был. Не очень приятный винт. Если у меня там проход был в другую сторону. Так, стоять. Химическая опасность. Страшного. Так. Хорошо. А это что, закрыл я или что, открыл? Там-то я открыл эти штуки, шлюзы, да? А внизу что у нас было? Или что есть? Ага. Чё за фигня? То чё тут лазили? Чё вы охраняли? Блин, тут ничего нету. Печально. Ну, здесь проход. Проход в никуда. Вообще отлично. Чё спускался? Thank you.
бессмысленное сейчас оповещение. Вам не кажется? Ну ладно, поедем. А мы тут дверь открывали или что? Непонятно, что мы тут сделали. Но мы правильно идем. Блин, ну я что-то думаю, что мы до лямбды сегодня не доберемся уже. Видимо, для тех, кто упал. Так, это я помню. А вот это я не помнил. Так, поверху тоже не надо проходить. Будем пробегать под ним. Не ошибаюсь, но вот на эту линию. Так, отстой. Здрасте. Интересно. Опять бессмысленный спуск. Что же этим мы сделали? Тут, наверное, должен открыться какой-то проход. Но он не открылся. Блин.
Кнопку-то нажать надо. Зачем? Ну, говорится, и так хорошо. 5%. Ой. Не получилось. Так, отлично. Бывает. Ты их засверлил, что ли? Ничего. Ладно, пойдем обратно и попробуем еще раз допрыгнуть. Шанс номер два, да? Погодите. О-о-о-о, так это же с самого начала. Я почему-то думал, что он не будет жечь. Окей. Первые попытки. Так, а это куда? Да, но я, наверное, обойдусь. Не очень хочется в жижу. Так, есть. Где-то я пропустил дробовик, что ли? Такое ощущение, знаете? Быстренько, кстати. Просто пробежал этап. Это мне... Если честно, булки затекли. Сидеть в данном положении. Здрасте.
Хорошо. Быстро, надежно. Итог. Тут нужно по трубам, что ли, пролезть. Или нет? Ай-яй-яй. Да ёб тебя за ногу. Тихо, 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 тихо. Оп, а где я взял гранаты? Чёрт, ну блин. Не, я знаю, что можно сделать, я хочу по-другому это сделать. Там тем более граната еще одна осталась. О, кстати. А может, кстати, нельзя делать больше так, как я хочу. Чтобы прыгнуть выше, приходится нажимать Ctrl. После прыжка, для того, чтобы Гордон приподнял ноги. Ну, это логично. С одной стороны. Да, все так же можно. Ну, вроде бы можно гранату-то закинуть и все. Или нет? Я точно не помню. Сомнительная этика. А, это лямбдакса? Нет. Здрасте. Чего тут только не изучали на этой блэкмезе, в самом деле. А изучали непосредственно инопланетян. Теперь становится понятно, почему правительство решило засекретить данное предприятие. Электрик. Газ. Что, все что ли? Так неинтересно.
очень сомнительные испытания тут проводили. Если честно. Так, живем. Тебя не выпускаем. Там кто-то у нас стонет. Здрасте. Чисто обеззараживание помещения. Испепелён. Надо, кстати, с мелкими то же самое сделать. Здрасте. А как туда пробраться? Погодите-ка. Там дверь закрыта, да? Ну и ладно. Уже закрытый. Кстати, чувак, который... Вот он, кстати, чувак, который... Если я не ошибаюсь, он просил у нас туалет... Нет, это был не этот туалет. Да, я ошибаюсь. Я даже не знал, что так можно. Если честно. О, киса. Эрвин Шрёдингер, квантовый механик. Забавно. А, не спиртным, нет спиртным напитком в фонде Black Mesa. Понятно. Ага. Декабрь. Что у нас 25 декабря? Квантовый механик. Эй, эй, приятель. Здорово. Это бесполезно. Там все перекрыто. Единственный способ выйти — это найти кого-то с доступом к сканеру, чтобы открыть главный вход.
Почти уверен, что несколько ученых прячутся где-то в этой лаборатории. Может, если будем искать вдвоем, сможем их найти и попросить выпустить нас отсюда. Да я один схожу. Ждем вас. Я никуда не пойду. Сделаем это. А, ты хочешь со мной пройтись? Ну ладно. А чё, у нас тут ничего нету? Ну пошли. Позвольте мне отойти. Позволяй. Так, ну ни хрена тут нету, я вижу. Придется идти в лабораторию. Пойдем посмотрим, что там по лабораториям у нас. Лаборатории. Да. Я знаю, где у нас тут ученые. Я помню. Этот момент. Фу. Не спать. Спать вредно. Ёб тебя. Ну и кого же мы ждем? Меня. Ага, ништяк, вот и дробовичок. Ну, в принципе, мы почти... Что-то у нас еще было? Или вроде все? Ладно, ага. Блин, не пугай меня. Чё-то нихера нету. Так, кайф. Вот это другое дело. Взял бы ты арбалет. Извини, приятель. Что-то у нас всё максимум. Молодец. Ты зашел, на самом деле можно все поджарить. Стой здесь. Да, я подожду здесь.
Ой, зря ты так вышел. Смотри, жив. Ну-ка, иди сюда. Прости, Фриман. Что это взорвалось-то? Ты идешь? Я буду ждать здесь и помогать всем, кто приходит. Готов, как ты будешь готов? Я готов, пошли. Что-то взорвалось, короче. Я даже не знаю, что тут. Я бы на том месте отошел. Крионика. Позвольте отойти. Что, до свидания? Отошел, да? Далеко ты отошел. Ну не из камер. Из камер выбрались, мудилы. Прости, конечно, офицер. Ты оказался не... Оказался неприспособленным. Ага, там у нас доктора. Так, сначала по первым походим. Да. Прикольные штуки, но... Если отсутствуют враги, то это плохое оружие, потому что они тебя сожрут. Ну, а как проветрить помещение?
Носите респиратор в этой зоне. Как мне туда попасть-то? Почему не открывает? Ладно, ладно. Так, сюда надо будет, но попозже. Так, мы отсюда начали, хорошо. Я примерно прикинул, наверх пойдем сюда. Угу. Ага. Вон оно что, мы открыли проход. А это куда? Крионика управления. Можно было на самом деле их сжечь, да? Этих пиздюков. Ну кто же знал, да? Ладно. А они дерзкие. Там еще одна. Пусть разбирается с блевуном этим. Энергия 25%.
Банс, нахуй. Черт побери! Положи на место. Это прототип. Почему мы не пользуемся этой штукой? Он очень нестабилен. Не перегружай его. Вот что значит не перегружай. Че, реалган у нас тут? Энергия 40%. Блин, зачем я нажал загрузить? И снова здорово мы вроде. На каком моменте мы сохранились? Что, правда, что ли? Давай вот отсюда начнем. Я понимаю, что можно попробовать спасти вояку, но... Энергия 40%. Классный саундтрек, блин. Энергия 55%. Так, если я прав, надо будет... А, да, Мы стрельнем этой штукой в дверь, но пока сходим... Там 16 патронов, надо не тратить её. Еще пригодится. Так, ничего. Ага, тут последняя лаборатория с последним этим генератором. Энергия 60%. О, хилка. Так, опа, сейчас будем формулу изучать. Наконец-то. Знаете, только будут те же самые формулы. Ладно, вижу распад кобальта. 60-го, да? И распад кобальта на никель с выделением энергии в виде бета-гамма-излучения. И гамма-излучение еще в придачу двух энергий. Вот и канал распада, да? Ну, понятно, кобальт распадается. Никель, подожди, это... Он стабильный? Ну, электрон, электронная нейтрино, гамма-излучение, понятно. Все понятно. Не знаю, что может быть непонятно, да? Что тут... ДС квадрат, это сечение реакции, что ли? Похоже. Mm-hmm.
Кинетическая энергия. К чему? Что? Вероятность? Вероятность распада считает? Нормировано на единицу? Ну, единица это если... Понятно, если распад состоится. Ну, типа 100%. А нельзя было через кат и бровектор нормировку провести на блок-расчеты? Или это расчеты чисто ядерки? Не знаю. Так, последний вырубаем. Ну и все получается, да? Идем прожигать. Патрон не заметил. Так, мы немножко неправильно сделали. Надо выключить экран. Вот так вот сделать. И прожечь нахрен стену. Экзистенциальная плазма написана. А, угроза. Ну хорошо так. Продрявили. И спустились. А, как мы помним, там видели этих ученых, в общем. Они у нас сидели. И был какой-то механизм, который резал и рубил. Вот и поглядите, тут проводили эксперименты и сжигали остатки инопланетных существ, которых добывали из мира Зен. Да? Коллега ученый! Здорово! О, слава богу! Вытащите нас отсюда, пока эти солдафоны не признали, где мы. У нас у всех есть доступ к сканеру сетчатки. Мы наконец сможем выбраться отсюда. Мне нужен только сначала один. Сначала вам придется отключить хирургический аппарат. Я могу взять ваши глаза. Этот болван Питерс включил его. Но, боюсь, он больше никогда не вернется. Мне нужен только один глаз. Ладно. Хотя нет, вроде бы надо два глаза. 5%. Что такое? Почему вы не говорите? Вы изучали сердце. Зачем? Осторожно с этим хирургическим аппаратом. Эти лезвия могут изрубить и выпотрошить тебя как... Как кого? А почему меня заперли? Потрясающе. Сюда.
Да вы не торопитесь, вас там сейчас убьют нафиг всех. Вы и теперь скажете, что теория хаоса вздор? Но она не регулярна, так-то. Стойте, стойте! Что? Что такое? Не кажется, что это выглядит слишком легко. Что-то здесь не так. Гордон, ты не взглянешь, что там? Пока побудем тут. Да я знаю, что там не так. Нет, просто. Да ёб, патроны закончились в самый неподходящий момент. Что я натворил? Да я парочку только. Снаружи сущий ад. Объект, кажется, находится под полным контролем агентов. Тебе придется пробиваться из одного конца в другой. Думаю, что тебе на пути встретится много наших коллег. Если чудом проживешь, чтобы прорваться через базу, найди лабораторию, где прячутся оставшиеся ученые. Я не рискну выйти отсюда. Но я предупрежу тех, кто остался в комплексе Лямбда, что ты идешь. Хорошо. Не стоит бежать, сломя голову, в эту чёрную зону боевых действий. Даже в этом костюме у тебя почти нет шансов. Да ладно, если ты будешь высовываться и будешь слушать меня, то, может, и доберешься до лаборатории Лямбда живым. Слушаю. Говори. Погоди. Там хилка была просто. Окей. В Лямбду, так в Лямбду. Кайф. Black Mesa, конечно, это кайфовая игра. Ну, такой. Гордон, может быть, если ты. Не сильно напряжный шутанчик. Ты издеваешься, да? Мне нравится реакция Гордона Фримана на то, что убивает его клек. Он такой, а, ну, бывает.
успел. Ага, ништяк, меня и заперли еще. Она будет стрелять всегда? Да, походу. Ладно, ушли. Прорвались с боем. Пешком пошел, как будто ничего не боится. Энергия 35%. Энергия 50%. Так. Закрыто. Что будем делать? Плохая была идея. Еще загрузка. Только что же была загрузка. Да.
Классные очки. Стильный был. Парнишка. А потом ему оторвало ногу. Вместе с кобурой. Это доктор теоретической физики. А после него остаются конечности. Энергия 50%. Да. Энергия 65%. Помню этот мост. Я помню этот мост. Ложусь. Понятно, почему у них ноги отлетают. Дело. Кто тут наживался, говорю, занимался незаконной утилизацией отходов, да? Ай-яй-яй. Без пали, видимо, выносил. От первого-то увернулся. Молодец. Взяли еще, закрыли. Пустите, пожалуйста. Берем.
5%. Энергию 70%. А вот и вертолет, да? Энергию 85%. А нет, не вертолет. Ты откуда? Так, отлично. Ну. Блять, ну... На самом деле это была плохая идея. Да ёпте, подожди ты. Да не стреляй ты. Чё там за врубил? Хрен его знает. А, сброс, ага. И все. Так, это что у нас такое тут? Кактус. Понятно. Так, а далеко ли?
Опять загрузка, блин. Так, тут есть подъем наверх. А с другой стороны что у нас там? Тоже подъем наверх. Энергия 5. Понятно. Блин, что-то глаз зачесался. Надо закапать. Отлично. Что? И почему я не могу ее открыть? Все равно непонятно. Мелкая угонь. Что ж вы прячетесь? Все, успокоились. Так, а тут закуток был куда? Куда этот закуток нас вел? Блин, столько проходов. Энергия скафандра 100%. Ясно, понятно.
скафандр 100%. Внимание, химическая опасность. Я вижу, не могу пройти. Тихо. Энергия скафандра 100%. А это вроде бы мы их сейчас с тыла обойдем, да? Ёб тебя, блин. Ты что, издеваешься, нет? Я тут всего 2 человека было на самом деле. Нет, не 2. Ну ладно, 3. Блин. Сначала найди меня. А если так? Кто стрелял-то? Да, не важно. Так, добро пожаловать на минное поле. Бамс? Нет? Почему он не взорвался? И откуда он прыгнул? Да ладно. Ты прикалываешься? А, понял, понял. На. Где арматура? Арматура, хочу. Арматура. Так, а тут можно было как-то с другим путем попасть, кстати. Ну да ладно.
Энергия 85%. 5. Все есть. Тихо-то. Понятно. Ну-ка, подорвись. Там он, бах. Хорошо. Может, подорвешься? Вот, на вот этой. Тупенькие создания. Так, я чуть не понял. Окей. Окей. Сейчас у меня дропы, кстати, посыпятся. Как раз то самое время, когда начинает лагать интернет. Надо было бы позвонить, наверное. Узнать, что за эти приколы. Но мне впадло. Красотища. На чем посильнее взять? Это пушка была? А что он сделал? Вы не представляете, как я устал. Там кто-то еще был. Был, да сплыл. Да ё-моё. Хорошо, прям.
Что мне предлагают, прыгать что ли? Высоко. Здрасте. Энергия 60%. Так, а что у нас тут? Что-то мне кажется, ниже не надо. Или надо? Смотрите, он с дробовика простреливает. На такую длину. Так, замечательно. А вы мне дайте гранатомет сначала. Ты писал, я пропустил. В какой момент, не могу понять. Да отпрыгни. Что ж ты? Поторопился. Нога прямо в пасть. Да и кому там в пасть стрельнул? Так. Я на самом деле думал, что мы доберемся отсюда. Все-таки можно было как-то перепрыгнуть. Ну. Ну, в таком случае это бессмысленно. Еще боеприпасы для гранатомета, а гранатомета у меня нету. Точнее, ракетницы.
хорошо зашел. Нельзя их, да, передвинуть. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй, почти. Так, и тут у нас... Нет. Наконец-то. Быстро относительно. Крабы валятся на голову. Но не обращай на них внимания. Так, харе там камни на меня кидать. Не получилось. Так. Они там бахнули это? Базу разбомбили какую-то. Это вроде не наша база. Хотя хрен его знает. Сейчас уже не понять, куда мы оттуда ли пришли или нет. Загрузка. Да, я подустал уже. Сидеть за компом. Тяжелая работа стримера, да? Сидишь, жопу просиживаешь. Тяжело так. Так. Ага. Это я помню, где мы сейчас будем. Да. Ладно, на этом моменте мы прервемся. Там просто наверху танк стоит еще. Если я ничего не ошибаюсь. Ни в чем. Если я правильно помню, вот, то там придется повоевать еще. А на этом я, наверное, сегодня закончу. Не, наверное, я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо Мавроди, что присутствовал снова, вновь. И пока.